Добрый день, уважаемые мои подписчики, пчеловоды, гости моего канала. Мы продолжаем серию видео, в которой мы будем показывать ход работы, работу пчелосемей на главном взятке. Мы уже вам кое-что показывали. Теперь переехали на эту пасеку, на вторую. Здесь посмотрим, покажем. Показывали вам отводки. То есть ход работы на главном взятке мы будем вам регулярно показывать. Это вам будет интересно. Ну вот возьмем семью. Мы сегодня хорошая погода, можно посмотреть. Те дни были дождливые, холодные. Сегодня такой удачный день, можно посмотреть. Ну вот посмотрим эту семью. Я вам уже показывал свой апекран. Еще продолжаем смотреть, как я работаю с этим приспособлением. Вам, наверное, все-таки интересно. Ну вот, как мы работаем с апекраном. Я уже подъехал. Вот мы его, корпус надо снять. Довольно уже корпус тяжелый. Мы его подцепливаем ножичком. С той стороны лучше, чтобы видно было. Подковырнем под прополис. Так, теперь переставляем на площадку. Вот так. Так, переставили корпус. Он тяжелый, поэтому апекран тут как раз подходящий. Решеточку снимем. Пчелок стряхнем, чтобы маточка не попала. Так, что у нас тут во втором корпусе? Будем смотреть, показывать. Ну, сразу ставили вощинку, как я уже показывал. Значит, видите, вощинка. Вощинка отстраивается и уже нектар туда заносится. Ну вот, нужно быстрее им работать. Нужна погода. Сегодня вот погода. Они активно взялись за работу. Это у нас рамки суши. Вот они немножко белят, отстраивают. И занесли нектаром. И уже мостики со вторым магазином соединяют. Это второй. Тоже рамочка заполнена нектаром. Ну, я, ну, тоже отстраивают вощинку. Это второй магазин. В принципе, неплохо. Если погода будет, все будет хорошо. Переставим. Довольно и тяжелым. Так, это верхний корпус. Корпус. Это магазин уже над гнездовым корпусом. Конечно, здесь лучше. Так, здесь лучше. Ну, сейчас мы немножко отодвинем. Здесь работают получше. Давайте мы поднимем. Посмотрите, видите, уже и запечатывают. Печатают. Вот, хорошо. Молодцы, печатают уже. Видите, как быстро уже. Чуть-чуть солнышко, чуть потеплело. Они уже и печатают. Вот, скоро уже будем качать мед. Мы заодно вам показывая и сами же смотрим, что делать будем. Надо же обязательно откачать мед. Ну, понятно здесь. Здесь хорошо. Отстраивается, достраивается сушь, носится медик. Так, хотел бы показать вам
хотел бы показать вам корпус гнездовой. Желательно вам, как там маточка. Дело в том, что меня показывай. Не корпус показывай меня. Дело в том, что маточки свищевые, молодые, и вам, наверное, ну, любопытно, как они вот работают, как они сеют, какой расплод. Вот вас это, я уверен, интересует, потому что много здесь спорных вопросов. Некоторые говорят, это плохие маточки свищевые, а некоторые согласны, что они, в принципе, неплохо будут работать. Ну вот, все-таки надо лезть и в гнездовой корпус. Ну, корпус довольно тяжелый. Не упадет. Так. Так, сейчас будем смотреть. Баночку выберем, полоски. Так, сейчас мы... Сюда показываем. Так, это крайняя рамка. Она... Так вот, уже готовит место ей для расплода. Вот. Ну, вторая. Вторая рамка. Нормально, ничего. Вторая рамка уже расплодная. Вот, вторая рамка, видите? Вот какой расплод. Вот это свищевая маточка. Вот они мисочки отстраивают. Вначале это может быть такое. Они строят мисочки, но потом они туда яйца матки не ложат. Она молодая. Работы тут хватает. Вот сейчас бы немножко потеплело бы. И сейчас мы посмотрим. Ну, здесь не видно расплода. Так, дай ко мне немножко, мы их успокоим. Нарушили им все тут, все поснимали. Расплод, видите, рамка, в принципе, тоже неплохая. Так, тут у нас расплода нет. Показываю с обножкой пчелки. Куда ты идешь? Там расплод на выходе. Еще не подберешь рамку. Хотел бы подобрать с расплодом закрытым. Вот сколько пчел тут, боже ты мой. Ну здесь вот вышел. Так, надо их трошку успокоить. Но может, скорее всего, надо и закрыть их. Работают, волнуются. Ну, я вам показал, что в принципе маточки работают, пчел много, они уже, пчелки выходят молодые, расплод неплохой, мед носят. Все, надо ставить все на место. Еще немножко, чтобы постояла погода, и будем откачивать. Надо магазины откачивать, иначе, если мы не откачаем магазины, они будут роиться, понимаете? Надо немножко, чтобы они поработали. Погоды нет. Так, ставим все на место. Я уже не буду показывать корпус. Вверх.
верхние. Вот как мы. Хорошо. Немножко поправим. Ну все, в принципе, нормально. Так, снимаем. Откатили. Ну все, пускай семья работает. Так, где-то у нас трехи. Пускай семья работает. Так что, ну вот, продолжаем работу дальше. Регулярно будем показывать вам работу семей. Это такая будет серия видео, вот как работают семьи на главном взятке. До свидания, не забывайте подписываться, ставьте лайк, до скорой встречи.